Доброе утро, уважаемые коллеги. Мы продолжаем наши регулярные встречи в рамках общеобразовательной медицинской программы «Гиппократ». И вот сегодня Александра Павловна, наш врач-ординатор, и я, мы поговорим о синдроме скопления жидкости или воздуха в плевральной полости. В учениях о плеврите, ядроториксе, пневмотораксе большой вклад врачей, которые, собственно говоря, начали вот все это обобщать теоретически, практически. Одним из первых был Рене Лайонек, которому мы обязаны очень многим, начиная от стетоскопа и кончая вот этими клинико-морфологическими сопоставлениями. И он рассматривал вот прежде всего скопление жидкости в плевральной полости с точки зрения туберкулезного заболевания, туберкулезной этиологии. Его поддерживал в этом российский врач-патолог профессор Руднев, который тоже, у него даже кандидатская диссертация его была посвящена вопросам вот этих бугорков, как он там написал, бугорковые изменения в легочной ткани и плевре. С другой стороны, с самого начала появилась школа, которая рассматривала вот скопление жидкости в плевральной полости как проявление других инфекционных заболеваний, а не только, и, может быть, не столько туберкулеза. И вот Арман Труссо, его школа, были рьяными сторонниками вот этого направления. Собственно, сейчас мы говорим о том, что когда в плевральной полости мы определяем жидкость, то наиболее часто это проявление или туберкулеза, или какой-то другой инфекции. И вот смотрите. Буквально несколько слов о том, что собой представляет плевра. Это серозная оболочка, которая покрывает паренхиму легкого, средостение, диафрагму и внутреннюю поверхность грудной клетки. Висцеральная плевра – это то, что покрывает легкие, а париетальная выстилает стенку грудной клетки и подразделяется по месту своего приложения на диафрагмальную, там, средостение, париетальную плевру. И необходима вот эта плевральная оболочка для самого оптимального функционирования аппарата дыхания. Это создание благоприятных условий для дыхательных движений, это и барьерная функция. Но при этом она легко повреждается и вовлекается в патологический процесс. В норме очень небольшое количество жидкости в плевральной полости, которое обеспечивает вот эту подвижность и свободное скольжение. Там содержится небольшое количество белка. И накопление жидкости в плевральной полости, мы сейчас говорим о плевритах, может происходить при избыточном поступлении или медленном выведении. Когда происходит воспаление, плевра, вот эта гладкая оболочка, становится шершавой, непрозрачной, накладывается фибрин и нарушается дренажная функция вот этой плевральной полости. Образование выпотов плевральной полости происходит при повышении проницаемости плевральных лесков, повышении давления в легочных капиллярах, снижении отрицательного внутриплеврального давления, снижение онкотического давления, ну и когда нарушается отток лимфы. Плевральный выпад, что это такое? Это скопление жидкости в плевральной полости, которое может быть обусловлено различными причинами. Очень важно выделять трансудат и эксудат. Трансудат – это скопление жидкости при невоспалительных, неинфекционных заболеваниях. Результат препотевания сыворотки крови.
увеличивается при увеличении гидростатического и уменьшении онкотического давления плазмы. А эксудат – это уже, как правило, воспаление идет, причем чаще всего индукционное воспаление. Это богатое белком, содержащее форменные элементы крови и жидкости, жидкость. Существует много классификаций плеврального выпада. Вот в России очень распространена вот классификация, которую предложили профессора Гембицкий и Брюсов еще в 1993 году. И мы выделяем и тела по этиологии. Это очень важно, плевральный выпад по этиологии, потому что мы лечим основное заболевание, и уходит тогда этот плевральный выпад. По клинико-морфологическим проявлениям это может быть сухой, эксудативный, выпадной. По течению острый, подострый, хронический. Ну и выделяется, конечно, осложнение. И вот это очень важно их вовремя выявить. Это и смещение органов средостения, и поджатое легкое ателектаз, и может быть абсцесс легкого, образование потом уже шварт. То есть вот это такая существует классификация. Выделяют отдельно эмпиему плевры. Это гной в плевральной полости. Это уже ситуация, когда мы привлекаем торакальных хирургов, и они лечат этих больных. Панцирное легкое – это легкое, покрытое фиброзной капсулой. Это может быть при той же эмпиеме, при опухоли. И тоже здесь необходима бывает помощь хирурга. Ну и исходы плеврита – это бесследное рассасывание эксудата, это образование плевральных спаек и сражений. Ну, зная повреждение легкого, вот эти спайки и сращения ведут к ухудшению вентиляции. Ну, и это постоянный риск развития инфекции в бронхиальном действии. Выделяется очень много причин скопления вот этого плеврального выпада появления, скопления жидкости в плевральной полости. Это и инфекции, и опухоли, диффузные болезни соединительной ткани, тромбоэмболии, травмы. Это могут быть и хирургическая патология, в частности, панкреатиты ведут к развитию вот этого реактивного такого плеврита. Это и при сердечной недостаточности может быть. Ну и болезни, синдромы, которые мы прежде всего должны отвергнуть или подтвердить их присутствие у больных с плевральным выпадом, это и пневмония, и опухоли, и фиброторакс. То есть вот это в рамках уже дифференциального диагноза мы проводим. И обратите внимание, высокое состояние диафрагмы вот у больных, страдающих избыточным весом, морбидным ожирением. Бывает высокое состояние диафрагмы, поджатое легкое. Иногда нам рентгенологи дают заключение о том, что они не могут исключить скопление жидкости в плевральной полости. Ну, надо сказать уже более подробно о причинах плеврального выпада. Одна из самых многочисленных – это сердечная недостаточность. Двусторонний выпад – большую часть процентов случаев, правосторонний выпад и левосторонний. Какой ее патогенез? Это при левожелудочковой недостаточности увеличивается количество интерстициальной жидкости, которая проходит через сам вот этот висцеральный листок плевры и попадает уже в плевральную полость. Это патогенез. Второй множественные такие причины плеврального выпада – это цирроза печени. Бывают как и правосторонние, и левосторонние, и двусторонние. Вот эта вот сама астатическая жидкость, она перемещается в плевральную полость через дефекты диафрагмы, в которой у нее находится. И чаще всего плевральный выпад, он наблюдается у где-то 3-4% пациентов с клиническими проявлениями уже асцита. Гиперальбуминемия – это двусторонний выпад чаще всего, практически 90%. Это когда внутрисосудистое онкотическое давление снижается, и оно приводит уже к плевральному выпаду. Чаще всего гиперальбуминемия, она сочетается с отеками или анасаркой. Нефротический синдром. Выпад, он будет двусторонний, с локализацией в подлегочном пространстве. Такой же патогенез, снижение онкотического давления плазмы в сочетании с гиперволемией, приводит к трансудации плазмы уже в саму плевральную полость. Конструктивный перикардит.
Это уже повышение гидростатического давления в венах справа и слева. У некоторых пациентов он сопровождается анасаркой и асцитов. Механизм точно такой же, как и при циррозе печени. Ателектазы – это уже снижение давления в плевральной полости. Перитониальный диализ – механизм точно такой же, как и при циррозе печени. Плевральный выпад и диализат – они имеют сходные характеристики. Панцирное легкое, образование уже фиброзной капсулы, он приводит к уменьшению давления в плевральной полости, и он может быть как эксудативным, так и пограничным эксудатом. Миксидема. Очень нечасто при миксидеме наблюдается плевральный выпад, это около 5% пациентов с таким диагнозом. При наличии перикардиального выпада будет наблюдаться трансудат. Это будет связано с повышением гидростатического давления, о котором я уже не раз сказала. При изолированном плевральном выпаде наблюдается либо трансудат, либо эксудат. Пневмония. Это выделяется неосложненный или фрагментированный или гнойный плевральный выпад. И для дифференциальной диагностики, естественно, нужно будет взять пункцию плевральной полости. Я прошу прощения, это то, что мы называем парапневмоническим плевритом. То есть это инфекционное происхождение, но может быть и деструктивное пневмония, которое вот приводит к повреждению целостности легкого, к выходу гноя, и вот образуется такая эмпиема уже практически плевра. Различные онкозаболевания. Онкология чаще всего приводит к плевральному выпаду. Чаще всего это или рак легкого, или рак молочной железы, различные лимфомы. Но плевральный выпад, он может наблюдаться при любой опухоли, которая может метастазировать в плевру. И очень характерно для этого симптома тупая боль в груди. Пациенты очень часто будут жаловаться, при вздохе будут очень радировать боль в грудь. Ну да, когда тем более инфарктная пневмония Да. Называется. Тромбоэмболии легочной артерии. Плевральный выпад случается около 20-30% случаев, и в большинстве случаев это будет эксудат. Гематоракс менее 50% случаев. И при подозрении тромбоэмболии легочной артерии возникает при наличии одышки не соответствующие объему выпада. И вирусная инфекция. Вирусная инфекция будет небольшой объем выпада с паренхематозным инфильтратом или без него. И системные симптомы, они превалируют будут над местными. Пациенты очень часто после аортокоронарного шунтирования у них диагностируется левосторонний выпад или более выраженный слева, двусторонний, правосторонний, и он будет более выраженный справа. У 10% пациентов в течение 30 дней после операции выпад занимает более 25% объема половины грудной клетки. Геморрагический выпад, который будет диагностироваться у пациента после аортокоронального шунтирования, он будет связан с послеоперационным кровотечением. Как правило, хирургами он очень быстро разрешается. А уже не геморрагический выпад, рецидивирует. Этиология, к сожалению, неизвестна на данный момент, но, возможно, играют роль какие-то, может быть, иммунологические нарушения. Туберкулез. При туберкулезе выпад, как правило, он будет односторонний или на стороне поражения паренхематозных инфильтратов, и выпад будет обусловлен реакцией гиперчувствительности БИКУ микобактерий туберкулеза. И при бактериологическом исследовании выпада, плевральный выпад, возбудитель будет высеиваться более чем 20% случаев. Саркоидоз. При саркоидозе очень малый процент плеврального выпада, около 1-2%, это будет обширное поражение паренхимы, и часто очаги, они будут за пределами грудной клетки. А плевральные гранулемы без выпада у многих пациентов. И в выпаде будут преобладать лимфоциты, когда мы будем брать плевральную пункцию на исследование. Уремия. Выпад тоже очень мало процентов пациентов, около 3, и более чем у 50 пациентов отмечаются клинические проявления, такие как повышение температуры, боли в груди, одышка, кашель, и это будет уже диагноз исключения. Поддиафрагмальный абсцесс. В плевральном выпаде будет преобладать нейтрофилы, когда мы возьмем на исследование плевральный выпад, и pH, концентрация глюкозы, она будет более чем в норме. ВИЧ-инфицированные пациенты, возможные причины, как парапневмония, это которая будет
вызвана бактериями, другие какие-то инфекции, парапневматические, да, другие различные инфекции, например, как туберкулез, легочная форма, саркома Капоши и ревматоидный артрит. Ревматоидный артрит, выпад там будет типичен более чем для пожилых людей, которые имеют различные ревматические узелки или деформирующие артриты, и необходимо будет дифференцировать с парапневматическим выпадом, который они оба будут характеризоваться низким уровнями глюкозы и ПАШа высоким уровнем ЛД-галатрат, дегидрогеназа. Системная красная волчанка. Плевральный выпад будет, может быть как первым проявлением системной красной волчанки, и будет диагноз уже устанавливаться по результатам серологического исследования, а уже не плеврального выпада. Различные лекарственные препараты, я чуть попозже уже про них скажу. А еще один синдром – это синдром гиперстимуляции яичников. Это осложнение стимуляции овуляции с использованием ХГЧ, реже кумифена. Плевральный выпад будет спустя 14, где-то 17 дней после введения ХГЧ. Он бывает как правосторонний, как и двусторонний выпад. Панкреатит. Он бывает, как мы знаем, острым и хроническим. При остром панкреатите встречается около 50% случаев двусторонний выпад, левосторонний, правосторонний. Острый панкреатит, он будет приводить к воспалению диафрагмы и распространению самого эксудата в плевральную полость. А уже хронические симптомы будут со стороны грудной полости, они будут преобладать над симптомами со стороны брюшной полости. И очень часто у таких пациентов будет наблюдаться кахексия. Синдром верхней полой вены. Причиной проявления при этом синдроме плеврального выпада будет являться нарушение оттока венозной крови и лимфы или тромбоз центрального венозного катетера. И выпад будет носить характер или эксудата, или хилоторакса. Ну, чуть попозже мы об этом уже скажем. Разрыв пищевода. Это является экстренным неотложным состоянием, и осложнение и летальный исход они будут обусловлены самим инфицированием средостения или плевральной полости. Асбестоз. Он проявляется, ну, как мы знаем, что это вот профессиональная такая вредность. Достаточно редко встречается, да. Но последние годы была такая проблема. Да, вот и чаще всего, когда люди в молодости работали, спустя там 30 лет после первичного воздействия он будет проявляться, и чаще всего асбестоз он протекает бессимптомно и имеет такое волнообразное течение, необходимо обязательно исключить. Диагноз исключения, да, да. И доброкачественная опухоль яичников – это синдром Мейкса. При наличии асцита и плеврального выпада в некоторых случаях будет показано хирургическое лечение. И исчезновение асцита и плеврального выпада после операции подтверждает диагноз. Чаще всего это тоже как диагноз исключения у акушеров-гинекологов. Про лекарственные препараты. Они тоже могут быть причиной плеврального выпада. Их немного, но это амиодарон, нитрофурантоин, фенитоин, метотрексат, карбамазепин, прокаинамид, пенициламид, циклоспорин и бромкриптин. То есть те препараты, которые чаще всего они используются в практике врача. Ну, как мы видим, вот то, что сказала Александра Павловна, огромное количество причин, при которых может быть появляться жидкость плевральной полости. Но, конечно, мы должны выявлять сначала более частые причины. И то, с чем мы сталкиваемся в клинической практике, это признаки инфекционного воспаления, в том числе туберкулеза, инфекционный плеврит, да? Это сердечная недостаточность, ну и онкология, может быть, системные заболевания. Вот это то, что наиболее часто, все остальные причины более редкие, и уже по мере вот дифференциального диагноза они будут отсеиваться. Да? Или, вернее, мы будем их рассматривать, если нам удастся исключить наиболее частые причины появления жидкости в плевральной полости. И когда мы говорим о диагностике плеврального выпада, прежде всего мы должны установить, что этот выпад на самом деле есть. Ну и вот второй этап – уже этиологический диагноз. Мы говорили о том, что есть сухой фибринозный плеврит и эксудативный. И, конечно, в клинической картине сухого фибринозного плеврита доминирует болевой синдром. Это боли в грудной клетке, они связаны с дыханием, могут быть очень интенсивные, они усиливаются при кашле. И вот если человек лежит на стороне поражения, ограничение экскурсии грудной клетки, вот это
плевра не трется друг от друга, вот эти листки, и тогда боль проходит. Это очень важный дифференциальный такой диагностический признак. Может быть, кашель сухой, иногда могут быть выраженная одышка и, конечно, проявление симптомов общего воспаления. Но, как правило, вот сам по себе сухой плеврит, он не вызывает тяжелого состояния, если это только не проявление какого-то тяжелого заболевания, не симптом, скажем, той же самой тромбоэмболии. При этом человек щадит грудную клетку при дыхании, особенно вот эту пораженную половину. Мы при аускультации выслушиваем шум трения плевры. Я уже сказала, проявления общей интоксикации и воспаления могут быть. При рентгенографии легких мы мало что можем увидеть при сухом плеврите, но мы можем увидеть проявления опухоли. Например, если мы делаем исследование контрастное КТ в режиме ангиографии, мы можем увидеть вот это тромбоэмболию легочной артерии и инфарктную пневмонию. И дифференциальный диагноз при вот этих болях грудной клетки, конечно, мы проводим со стенокардией, с тромбоэмболией. Могут быть какие-то острые заболевания органов брюшной полости, например, тот же самый острый холецистит. Это может быть герпес зостер, ну и какая-то неврологическая симптоматика, там невралгия, миозиты. При эксудативном плеврите такого болевого синдрома нет, потому что появляется уже выпад жидкости в плевральной полости. При этом остается кашель, как правило, это непродуктивный кашель, обусловленный или рефлексами со стороны париетальной плевры, или еще компрессией легкого и с падением стенок бронхов. Одышка, те же самые симптомы интоксикации. Может быть несимметричность грудной клетки. Вот эта часть грудной клетки, где скапливается жидкость, может быть и более ригидна, и она может быть так немножко расширяться, выступать. Сглаженность межреберных промежутков, пастозность кожи над зоной выпада и складка кожи более массивна. Одышка, может быть тахикардия, гипотония. Интоксикация, воспалительные изменения в анализе крови, повышение уровня С-реактивного белка, ну и при выраженном воспалении, при генерализации инфекции, повышение уровня прокальцитонина. При перкуссии грудной клетки определяется притупление перкуторного звука. Вот такое дугообразное, очень характерное, то, что называется линия Соколова или Садомазо. Если мы определяем вот это притупление перкуторного звука, как правило, мы уже говорим о значительном количестве жидкости в плевральной полости. Это уже где-то вот 300-500 мл перкуторно уже определяется. При этом, если повышается уровень жидкости где-то до уровня 4 ребра, это уже до 1,5 литра, такая оценочно. И повышение, нарастание уровня жидкости на одно ребро, это увеличение, как вы видите, на большое, уже на 500 мл. Ну вот здесь на схеме приводится как раз вот классическая как бы картина перкуторная при плеврите. Вот это и линия Дамуазо. На дне поджатая легкая вот этот тимпанит определяется. Это треугольник Грока-Рауфуса. Ну и немножечко сдвигается легкая. Вот становится несимметричным, среда стенья сдвигается, это тоже можно определить перкуторно. Может быть, определяться шум трения, вот как раз у верхней границы. Мы можем слышать крепитацию, но вот классическое проявление жидкости в плевральной полости – это притупление и ослабление, или дыхание не проводится. На рентгенографии легких мы видим вот это снижение воздушности легочной ткани, или она вообще не определяется, да, вот как здесь это хорошо видно.
И рентген, конечно, позволяет выявить значительных случаях. Это диагностически значимое исследование. Ультразвуковое исследование может определить самое маленькое количество жидкости в плевральной полости и очень большое диагностическое значение, когда речь идет о длительно существующих осумкованных плевритах. И здесь можно вот при помощи УЗИ отдифференцировать, идет ли речь о каком-то опухолевидном образовании или это осумкованная жидкость, наметить точку для пункции. Это очень важное диагностическое исследование. Но в ряде случаев мы прибегаем к торакоскопии, особенно при лимфоаденопатии. Если ситуация такая достаточно обычная, то диагностическая бронхоскопия не показана. А вот если присоединяется кровохарканье, признаки бронхообструкции, дается подозрение, скажем, лимфоаденопатии внутригрудная, там какие-то при рентгене или КТ изменения бронхиального дерева в легочной ткани, тогда может стоять вопрос о проведении диагностической бронхоскопии. Плевральную пункцию мы проводим и с лечебными, и с диагностическими целями. Ну и если речь идет о смещении средостения, вот это осложнение массивного выпада, то это жизнеугрожающая ситуация, и плевральная пункция проводится по ЦИТО. Диагностическая пункция может обсуждаться при самом небольшом количестве жидкости плевральной полости, но здесь мы уже, когда очень небольшое количество, стоит вопрос просто о диагностическом заборе, конечно, мы это проводим под контролем УЗИ и просим о помощи торакальных хирургов. Если речь идет о сердечной недостаточности, как правило, плевральная пункция, эвакуация жидкости не проводится. Это только если адекватная терапия сердечной недостаточности неэффективна, и большое количество жидкости в плевральной полости продолжает сохраняться, легкая поджатая одышка, но тогда стоит вопрос о проведении плевральной пункции. Значит, смотрите, мы уже говорили о том, что диагноз мы выявляем жидкость плевральной полости и этиологический диагноз. Нам в плане постановки этиологического диагноза очень помогает исследование, когда мы провели исследование плевральной жидкости. В любом случае, если проводится торакоцинтез и удаляется плевральная жидкость, она должна быть направлена в лабораторию для проведения исследования, в том числе и цитологического, и бактериологического исследования. Обсудить, наверное, критерии эксудат. Да, что такое трансудат? Эксудат вот именно уже такие какие-то объективные признаки того или другого. Потому что трансудат это, прежде всего, это сердечная недостаточность, а вот эксудат это уже воспаление, это какие-то другие причины. Да, это может быть инфекция. Критерии. Когда мы берем плевральную пункцию, мы исследуем уровень ЛДГ в самом плевральном выпаде. Он будет больше 2/3 верхней границы нормы в сыворотке крови. А соотношение содержания белка в плевральном выпаде и общего белка в сыворотке крови, то есть такое соотношение, оно будет больше 0,5. И соотношение ЛДГ в плевральном выпаде и сыворотке крови. И вот посмотрите, какая высокая чувствительность и специфичность этого метода, когда мы определяем ЛДГ и два соотношения. Критерии эксудата еще. Содержание белка в плевральном выпаде более 3. Соотношение содержания самого холестерина в плевральном выпаде и в сыворотке крови тоже будет больше 0,3. И содержание холестерина в плевральном выпаде тоже очень высокая чувствительность и специфичность. Немножечко, наверное, снижено это содержание холестерина в плевральном выпаде. И разница содержания белка в сыворотке крови и плевральном выпаде. Но очень важно отметить такой момент, что это используется для пациентов, которые получают диуретики по поводу плеврального выпада, по критериям Уайта, но только в том случае, когда увеличение биохимических показателей не превышает 15% согласно критериям.
Плевральный выпад может быть разного характера, да, жидкость. И вот бывает геморрагическая жидкость плевральной полости. И здесь может помочь определение гематокрита. Если он менее единицы, то значит мы говорим о том, что жидкость плевральной полости – это незначительное содержание крови. Это иногда даже бывает проводная жидкость, которая, кровь, которую мы получаем при пункции. Но если больше единицы, то в качестве возможной причины плеврального выпада мы обсуждаем прежде всего онкологическое заболевание, тромбоэмболия. Но вот травма, казалось бы, мы это все видим, да? Но иногда, особенно у пожилых людей, достаточно сложно выявить вот это травматическое повреждение грудной клетки. И вот это определение при геморрагической жидкости может помочь. И вот если гематокрит более 50% от гематокрита крови, то плевральный выпад уже считается гемоторексом и ставит вопрос об обязательном дренировании. При повышенном содержании амилазы в плевральной жидкости необходимо исключать вот этот же самый панкреатит, злокачественное образование и перфорацию пищевода. Это редкая ситуация, но мы с ней встречаемся в клинической практике, особенно у пациентов из группы риска. Но в том числе, к сожалению, вот эти эрозивно-язвенные поражения пищевода у стариков при гиперацидном синдроме, ну и у пациентов, злоупотребляющих алкоголем. Клеточный состав плевральной жидкости тоже очень важно. Если там преобладают лимфоциты, то мы говорим о возможности туберкулеза, онкогематологического заболевания, злокачественного поражения, ну, ревматические какие-то заболевания. Полиморфно-ядерные лейкоциты – это острое воспаление, чаще всего инфекционное. Это может быть плеврит инфекционный, в том числе иногда при пневмониях. Это может быть инфаркт легкого при тромбоэмболии легочной артерии. При этом, к сожалению, инфаркта легкого очень часто происходит присоединение вторичной инфекции, нагноения, абсцидирования. Эти пневмонии текут очень тяжело. Ну и более редкие ситуации – это тот же самый асбестоз, который, повторяю, стал актуален последние десятилетия, когда мы выявили, что асбестоз, вот это поражение, при, в том числе и легких, при контакте с асбестом. Ну и вирусные инфекции, которые тоже могут приводить к появлению выпада. И вот при ковидной инфекции мы постоянно встречаемся с выпадом. Изонофильный плевральный выпад, если более 10% плевральной жидкости изонофилов, это туберкулез, это лекарственно индуцированные плевриты, это какие-то более редкие заболевания, в том числе паразитарные. Ну и, повторяю, при злокачественных заболеваниях тоже могут быть такие эозинофильные плевриты. Ну вот то, о чем я уже говорила. Эозинофилы, когда много в плевральной полости, это грибковые, паразитарные заболевания. Это все-таки остается частым туберкулезный плеврит, когда речь идет о пациентах группы риска и наличие выпада плевральной полости, мы всегда думаем о возможности туберкулеза. При этом, как правило, у этих пациентов такой тяжелый, непродуктивный сухой кашель, плевральные боли, субфебрилитет, утомляемость, потливость, похудение. Чаще выпад этот односторонний. Но и при рентгенографии КТ легких могут определяться инфильтраты в ткани легкого, вот такой туберкулез легких. Мы проводим диаскин-тест в этом случае. Он часто помогает в дифференциальной диагностике. Когда мы говорим о злокачественных заболеваниях, вы уже говорили про это немного, то, конечно, когда вот это большое количество жидкости в плевральной полости и частые, практически рецидивирующие, быстро нарастающие вот этот плевральный выпад, мы говорим о мезотелиоме плевры, подозреваем ее, о метастазировании в плевру лимфатической узлы средостения, это бывает при раке легкого, молочной железы, при лимфомах, ну вот при раке яичника.
При этом при злокачественных опухолях, вот как причина плеврального выпада, почему он появляется, это метастатическое поражение плевры, увеличение ее проницаемости, обструкция лимфатических сосудов, нарушение лимфооттока, лимфодренажа при увеличении узлов средостения. Иногда может быть закупорка, вот этот тромбоз грудного протока, и практически тогда может формироваться хилоторакс, нарушение проходимости бронхов. Ну и общие причины, которые встречаем при онкологических заболеваниях, это метаболические нарушения, прежде всего гипопротеиномия. Онкологическое заболевание – это фактор очень серьезного риска тромботических осложнений и эмболии легочных сосудов. Как причина плеврального выпада, и вот может быть лучевая терапия, в частности, когда облучается область грудной клетки. Ну и, к сожалению, появление плеврального выпада – это проявление диссеминации злокачественного процесса. Ну и вот, если говорить, как-то суммировать все, что мы видим, то, как вы видите, вот на этой схеме представлено, ну, к сожалению, не очень хорошо видно, но вот клиническая картина, когда мы выявляем жидкость плевральной полости, подтверждаем данными лучевого метода диагностики. И дальше уже стоит вопрос о проведении плевральной пункции, в том числе и если мы проводим дифференциальный диагноз, это, как мы уже знаем с вами, очень важная диагностическая процедура. И определяем, речь идет о транссудате, экссудате. И вот эти все причины, которые мы с вами обсуждали, они должны быть подтверждены или отброшены в зависимости от симптомов клинических, лабораторных, инструментальных. Пневмоторакс. Да? Наличие воздуха в плевральной полости. Это приводит к частичному или полному коллапсу легкого. И поэтому речь идет о тяжелом состоянии, которое чревато развитием острой дыхательной недостаточности и может быть опасно для жизни. Пневмоторакс может быть спонтанный или вторичный. Вот существует такое деление. Значит, диагностически это клинические проявления, которые нас заставляют заподозрить пневмоторакс, и данные рентгенологического обследования, когда в плевральной полости выявляется вот воздух. Воздух, большое количество воздуха в плевральной полости. И эта ситуация требует вмешательства часто торакального хирурга, ставится дренаж и эвакуация воздуха из плевральной полости. Мы с вами говорили, что пневмоторакс может быть первичным и вторичным. Первичный спонтанный пневмоторакс. Вроде бы никаких причин. Это могут быть пациенты, у которых вообще не было никакого заболевания легких. Но иногда у них можно выявить симптомы дисплазии соединительной ткани. Это высокие, худые люди с гипермобильностью суставов, ну, как правило, более молодого возраста. Вот мужчины 20-30 лет. Курение – фактор риска. Наследственность, вот опять же, синдром дисплазии соединительной ткани – это все-таки генетически детерминированное состояние. Пневмоторакс развивается в покое. При физической нагрузке, кстати, не так часто. Поэтому вот если есть вот это растяжение, как бы упражнение на растяжение, тогда мы можем говорить у пациентов с группой риска, что это может спровоцировать пневмоторакс. Провоцирующие факторы – изменение атмосферного давления и, кстати, громкая музыка, которая тоже может приводить вот к повышенной такой, что ли, мобильности, да, человека. Первичный спонтанный пневмоторакс может быть также
у водолазов или у ныряльщиков при погружении под воду, ну и во время полета на большой высоте. А вот вторичный спонтанный пневмоторакс – это пациенты с заболеваниями легких, у которых имеются булы, это пожилые люди, у которых эмфизема легких и булы, и это могут быть разрывы бул и появление воздуха в плевральной полости. Выделяют еще редкие проявления, редкие типы пневмоторакс, это вот этот менструальный пневмоторакс, у женщин преминопаузального возраста и постменопаузе иногда, которые принимают эстрогены. Это травматический пневмоторакс, но ситуация редкая, потому что все-таки такие травмы грудной клетки встречаются в обычной жизни не так часто. Ну и трогенный пневмоторакс – это при медицинских манипуляциях, при той же торакоцентезе, при плевральной пункции, может быть иногда повреждение легкого иглой, но, как правило, это не очень тяжелые нейтрогенные пневмоторакс. В реанимации встречаются, да, вот при, иногда при ИВЛ, вот при ковиде, да, вот при респираторном дистресс-синдроме, когда вот это легочная ткань становится резистентна и сложно подобрать режимы работы дыхательной аппаратуры. Ну, при реанимации, естественно. Мы должны выделять напряженный пневмоторакс, когда все время при дыхании, при вдохе какое-то количество воздуха поступает в плевральную полость. И вот когда воздух там все время находится, легкое практически поджимается, происходит смещение средостения, нарушается венозный возврат, и вот это может быть сопровождаться не только гипотонией, но и остановкой сердечной деятельности, остановка дыхания и требует срочного вмешательства. Да, иногда вот просто врач скорой помощи, если видит клинику напряженного пневмоторакса, должен просто ввести иглу в плевральную полость и эвакуировать воздух. Может быть напряженный пневмоторакс при осложнениях искусственной вентиляции легких, опять же, у больных с тяжелой легочной патологией. Иногда при травматическом пневмотораксе. Причины, значит, еще раз перечислим пневмоторакса вторичного. Это заболевание легких. Это может быть иногда при тяжелом приступе бронхиальной астмы. Это ХОБЛ, муковисцидоз. Иногда при деструктивной пневмонии, у ВИЧ-инфицированных пациентов при пневмоцистных пневмониях, но при туберкулезе. Редко это при раке, при идиопатических легочных фиброзах, при грибковых заболеваниях легких, при заболеваниях соединительной ткани, ну и при каких-то редких заболеваниях типа внутригрудного эндометриоза. Значит, диагностика. Вот красные флаги пневмоторакса. Это интенсивный приступ боли и острая одышка и развитие дыхательной недостаточности у пациента, который до этого был стабилен. Физикальное обследование. Мы определяем тимпанический перкуторный звук, дыхание не проводится. Рентгенологически видим воздух в плевральной полости. Мы уже говорили, что напряженный пневмоторакс – это проявление не только дыхательной, но и сердечной недостаточности. Пневмоторакс, подозрение на пневмоторакс, больной должен быть срочно госпитализирован. И пневмоторакс иногда протекает малосимптомно. Это вот это хронические больные, старики, иногда при онкологических заболеваниях. И вот если он очень небольшой, его трудно выявить, он протекать может без симптома. Но, повторяю, подозрение на пневмоторакс, это пациент должен быть госпитализирован. Вот,
подошли к самому интересному. Это уже разбор клинического случая. Ко мне поступил больной 72 лет. Он был на стационарном лечении довольно-таки продолжительное время, около 2,5 недель. Ну вот что же с ним произошло? Поступил с жалобами на одышку при ходьбе. Приблизительно 200-300 метров у него уже начиналась одышка. Отеки ног, увеличение размеров живота, общая слабость, недомогание, такие вот симптомы. Анамнез болезни. В течение месяца у него нарастала одышка при ходьбе на 200-300 метров. Начиналась уже одышка лежа, начали увеличиваться отеки ног, увеличение в размере живота. И уже 22 числа у него было резкое усиление одышки в положении лежа, приступы удушья, и вызвал скорую помощь и был госпитализирован к нам в больницу. Из перенесенных заболеваний. Это гипертоническая болезнь, более 10 лет. Максимальная цифра давления была 200 на 100. Привычное давление отмечало около 150-160 на 90. Получал терапию, наблюдался у кардиолога, получает бисопролол, верошпирон, тиросимид, тромбаз и триметазидин. Ну, в принципе, нормальная обычная терапия у такого гипертонического человека. Было выявлено... Ну да, но при этом мы с вами должны помнить, что триметазидин – это все-таки препарат далеко не первого ряда, да? Да? И ну, с определенным уровнем погрешности в исследованиях доказательности этого препарата, по крайней мере, пароральной его формы. Было выявлено нарушение толерантности к глюкозе. В анамнезе было рожистое воспаление, трофические язвы голени, ДКПЖ, кисты обеих почек. ДКПЖ – это непрокачанная гиперплазия, да, предстательной железы. Я думаю, наверное, все знают. Кисты обеих почек и хронический геморрой. Ну, в принципе, такой как бы коморбидный пациент с таким анамнезом. Вредные привычки отрицает. Профессиональный анамнез. Ну, 72 года, естественно, пенсионер. Хотя многие, конечно, работают 72 года. И ранее работал помощник мастера метрополитена. В принципе, не такая уж и вредная работа. Перенесенные операции тоже ничего особенного. Тонзиллэктомия и аппендэктомия. Эпитанамнез не отягощен. Аллергоанамнез тоже. Наследственность тоже не отягощена была. Ну, из объективного обследования. Состояние было средней тяжести. Температура была, в принципе, нормальная. Избыточно развита подкожная жировая клетчатка, хотя рост у него был 107 сантиметров, масса тела была больше 100 килограмм. Естественно, это было уже ожирение. Кожа была в физиологической окраске, но видимые слизистые были бледно-желтушного цвета. Это на себя очень сразу обращало внимание. Конечности были холодные, кисти рук и стопы. Небольшой цианоз губ, акроцианоз, трофические язвы голени в анамнезе, как мы помним, рожистое воспаление. Живот был увеличен за счет асцита и подкожной жировой клетчатки. Была насарка, были отеки ног. Частота дыхания была 18. Аускультативное дыхание везикулярно, ослаблено был внешний отдел, и высушивались небольшие мелкопрозырчатые незвонкие хрипы. Сатурация была 97, была не низкая. Сердечные тоны были ритмичные, немного приглушенные, шумы. Систолический шум в митральной проекции трехоспидальных клапанов был акцент второго тона на легочной артерии. Частота сердечных сокращений 78, давление было 100 на 60, хотя для него нормальное давление это было около 150 на 160. А это сказали сердечные тоны ритмичные, там разве не было, по-моему, здесь ошибка, по-моему, там фибрилляция предсердия. Возможно. Там было, я помню, этого больного. Он поступал там в приемном отделении, по-моему, писали аритмию. Сейчас посмотрим дальше. По диагнозу. Угу. Живот был увеличен за счет, как я уже говорила, астатической жидкости и подкожной жировой клетчатки. Был не напряжен, безболезнен, ничего на себя не обращал внимания. Перкуссия, пальпации печени, селезенки были не выполнены из-за того, что увеличен был живот из-за жидкости. Стул без особенностей, мочеиспускание тоже. Ну, как бы вот такое объективное обследование. Биохимические анализы крови и общий анализ крови на всем протяжении госпитализации. Ну, из общего анализа крови гемоглобин нормальный, эритроциты тоже. То есть особо ничего на себя не обращал внимания. Ну, немного повышенные лейкоциты были в первые два дня. Mm-hmm. Вот. Сои тоже воспаления особо не было. По коагулограмме тоже ничего особо на себя внимания не обращало за весь период госпитализации. А вот в биохимическом анализе увеличенный холестерин, либо протеины низкой плотности, как я уже говорила, нарушенная толерантность к глюкозе, глюкоза вот видно, была повышена.
С-реактивный белок в норме, и вот обращает на себя внимание еще увеличенный креатинин. А при выписке был уже 147, хотя поступал со 131. Ну, С-реактивный белок был немного повышен. Это как бы здесь вполне могло быть у этого пациента, да? Потому что поступает ожирение, трофические язвы, ДГПЖ с хронической задержкой мочи. В общем, умеренное повышение С-реактивного белка было, да? Из обследования, которое мы ему сделали. УЗИ плевральных полостей определяла свободная жидкость. Справа было 1150 мл, слева было 600. На ЭхоКГ атеросклеротические изменения аорты в силу возраста, аортального клапана, расширения левого предсердия, правого предсердия, правого желудочка. Небольшая гипертрофия левого желудочка. Было нарушение локальной сократимости, и фракция выброса была 34. Снижена, да, очень сильно 40. Снижена. По электрокардиограмме. Фибрилляция предсердия. Фибрилляция предсердия, то есть он, значит, поступал с пароксизмом фибрилляции предсердия, а потом было восстановление от спонтанного сердечного ритма. Была фибрилляция предсердия на кардиограмме, естественно, гипертрофия левого желудочка. Ну, данных за острые какие-то очаговые изменения в миокарде было не выявлено. УЗИ брюшной полости и почек. Изменения поджелудочной железы, печени, паренхимы, почек. Была увеличена печень, застойные явления в печени были, портальная гипертензия, была расширена нижняя полая вена, киста левой почки, и была свободная жидкость брюшной полости, это 2 800 мл, то есть такое значительное увеличение жидкости. УЗИ нижних конечностей без признаков каких-либо нарушений, ну, естественно, был отек нижних конечностей обеих ног. И рентген, умеренные застойные явления в легких, правосторонний пневмогидроторакс и левосторонний гидроторакс. Ну, вот это статус нашего пациента. Значит, стоит вопрос о причинах вот этой жидкости плевральной полости. Значит, 72-летний пациент мужчина. Его беспокоит одышка, причем она прогрессирующая, нарастает. Очень характерно, что одышка усиливается в положении лежа, и ему легче, когда он садится. Появление нарастания отеков. Это при осмотре определяются влажные, незвонкие, двусторонние мелкопузырчатые хрипы. Выслушиваются при аскультации, что характерно для застойных явлений легких. Наличие гипертрофии левого желудочка по электрокардиограмме. И вот как мы с вами выявляем там фибрилляция предсердия, причем такая как бы пароксизмальная форма. Таким образом, пациент 72 лет с проявлениями отечного синдрома, одышкой, характерной для сердечной патологии, страдающей избыточным весом, артериальной гипертрофии. По данным эхокардиографии выявлена выраженная миокардиальная дисфункция, дилатация всех полостей сердца, опять же, двусторонний плевральный выпад. То есть речь идет о больном, у которого имеется проявление сердечной недостаточности, ну, вероятнее всего, в рамках ишемической болезни сердца. Поэтому вот клинический диагноз звучал так, что основной – это ишемическая кардиомиопатия на фоне гипертонической болезни, ожирения. Учитывая, что была гипергликемия там, до 9, был поставлен диагноз сахарного диабета второго типа. Осложнение, ну вот написано фибрилляция предсердия неизвестной давности, но, вероятно, речь идет о пароксизмальной формы фибрилляции предсердия, недостаточность кровообращения, декомпенсация, причем со сниженной фракцией выброса, недостаточность кровообращения. Ну и с учетом повышенного уровня креатинина крови, речь идет о нефроангиосклерозе как проявление гипертонии, диабета и хронической болезни почек. Ну вот варикозная болезнь, трофические язвы, ДГПЖ, вот еще не внесено здесь в диагноз, да? Значит, стоит вопрос о том, какая причина вот этой острой декомпенсации сердечной недостаточности. Учитывая пароксизм фибрилляции предсердия, другие факторы риска, конечно, стоял вопрос о тромбоэмболии легочной артерии. Но на основании чего мы исключили это? На
основания с контрастированием. Значит, больному было, несмотря на умеренное, на то, что повышение было уровня креатинина крови, все-таки была сделана КТ-ангиография с последующей инфузионной терапией, и признаков тромбозов не было выявлено. Также у него вот по ОЗДГ периферических сосудов не было выявлено тромбозов периферических вен. То есть вот на этом основании, Детимер мы, по-моему, не делали, да, на этом основании, ну, как бы стал вопрос об острой декомпенсации сердечной недостаточности, проявление подозрения на инфаркт миокарда острый ОКС исключили на основании динамики тропонинов и электрокардиограммы. Ну, вот и такой диагноз, значит, сюда мы только вносим неизвестной давности, а пароксизмальную форму фибрилляции предсердия, в сопутствующие заболевания добавляем ДГПЖ. И вот такой был клинический диагноз. То есть причина жидкости в плевральной полости у этого пациента – это сердечная недостаточность с низкой фракцией выброса. И вот если мы с вами помним, вот это как бы из рекомендации, вот все знают эту схему, терапия сердечной недостаточности – это ингибиторы АПФ при их противопоказании БРА или препараты из группы АРНИ, бета-адреноблокаторы селективные, антагонисты минералокортикоидных рецепторов. И вот с учетом того, что сахарные диабеты, значит, CGLT2, вот это препараты первого ряда с очень высокой доказанной эффективностью, которые должны быть назначены этим пациентам при отсутствии, естественно, противопоказаний. И вот то лечение, которое получал наш больной, это диуретическая терапия, причем с учетом достаточно тяжелого состояния, вначале был использован фуросемид внутривенно. Были назначены препараты из группы блокаторов ренин-ангиотензин превращающего фермента, это лазартан. Был назначен дапаглифлазин, который показан и при сердечной недостаточности, и, безусловно, при сахарном диабете. Спиронолактон, метопролол и ривароксабан. Вот на фоне этой терапии динамика пациента состояния. И он был выписан на амбулаторное лечение под наблюдение врача. Спасибо большое. Прежде всего тем, кто нас смотрел, слушал. Большое спасибо вам, Александра Павловна. Надеюсь, что это не последняя наша с вами встреча. Спасибо большое, уважаемые коллеги.